Йоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение второй части темных картин Little А туман-то все сильнее. Так, подождите, а дом? Мы же не будем его стороной обходить. Во-во-во. Тейлор, взгляните на это. Это что за нахрен? Что это такое? У вас здесь есть родня? В этой дыре? Нет уж. Почему эта странная хреновина на меня похожа? Еще раз осмотреть. Тилли Джонсон. 1836-1856. Молодая, многообещающая писательница, которая трагически погибла после написания своего первого романа. Так, поворачиваемся. Да, по сторонам-то тоже надо смотреть. Слава рок-н-роллу. Тут ничего вроде нету. Дэниел, посмотрите на это. Что тут? Еще совпадение. Он выглядит совсем как вы. Узнаете его? Нет. И в группе я никогда не играл. Так, мы же пришли с этой стороны, правильно? Опять этот грёбаный мост. Может, из-за тумана нас отправили в объезд? У нас не было шансов выбраться. Ни хрена не вижу. Боже! Вода черная. Не хочу к ней приближаться. Итак. Кто первый? Профессор, вы твердите, что вы главный, так что... Ладно. Ну да. А это безопасно? Нет. Не бойся. Мы с профессором тебя быстро переведем. Ну да, мы... Вас переведем. Боже, что же делать? Медлить нельзя. Шу.
году 1692 мы собрались, дабы засвидетельствовать праведную казнь. Нет! Эми признана виновной в связях с дьяволом и будет утоплена как колдунья. Помолимся за упокой ее души. Я не делала дурного. Я не ведьма. Я не заслужила смерть. Молю тебя. Я не знаю, как помочь. Скажите, что сделать. Молю, сэр. Смилуйся. Спаси. Дьявол подле нас явился к своей слуге. Он освободит ее от цепей. Айзек, завершим же деяние поскорее. Воля суда должна быть исполнена, покуда не поздно. Дьявол дает ей силы. Свяжите ее покрепче. Вы не вправе. Айзек, я невинна. Исполни волю суда. Молю. Отправь ведьму к ее хозяину, покуда он не пришел поздно. За нами. Лидл Хоуп не спасти, он погряз во тьме. Но в том повинно не колдовство или пришлые демоны, он гниет изнутри. Загадки тебя не спасут, женщина. Но не загадки. У дьявола много обличий, кому как не тебе знать. В Лидл Хоуп он скрылся под покровом невинности. Под личиной дитяти, обвинившей меня. Пока Мэри жива, Литл Хоуп не обрящет спасение. Вот твое зло, преподобный. Лишь вас самих. Айзек. Возможно, если она умрет там, то умрет и здесь, и так же, как и там. Что там было? Ну же! Не знаю, как сказать, что я увидел. Дайте нам минуту, ладно? Мы пережили серьезное потрясение. В смысле серьезное? Дайте минуту. Ладно, я первый. Ладно, вы двое, спускайтесь. Самое место. Сука! А? Помогите мне! Сейчас, сейчас! Я вернусь за тобой, держись! Эндрю! Хватайте мою руку! Давайте! Быстрей!
Да что нажимать-то надо? Надо помочь Анжеле! Капец! Я не знаю, что надо нажать. Она сейчас умрет. Ты справишься! Я понял. Надо попасть мышкой. Мы изменили ход событий. Судьба Анжелы была на волоске. Ее чуть не постигла участь хуже смерти. В смерти нет ничего такого ужасного. Отлично! Пока обошлось без жертв, все могло обернуться иначе. Учитывая, как поднялись ставки, тот пистолет мог спасти кому-то жизнь. Не так ли? Или отнять ее? Эндрю лишнего не болтает. Разумно. Себя надо беречь, так? У юноши есть интересные теории. Возможно, как предложил Эндрю, они перерожденные души своих исторических двойников. Или вы поддерживаете теорию Дэниела? Что все они мертвы? Вот смерть пришла, но сон мой не прервался. О, что за буря поднялась в душе! Мне снилось по безрадостной реке угрюмый лодочник. В стихах воспетый меня повлек в обитель вечной ночи. Думаю, это возможно. Может, водитель что-то прояснит? Вам, наверное, совершенно ничего не понятно. Двойники, призраки, ведьмы, демоны и смерть. Что, скажите на милость, может связывать все эти души? Думаю, мы это выясним. Я получил разрешение дать вам одну подсказку. Хотите? Засунь свои спойлеры себе в задницу. Идете в одиночку. Смело. Независимо. Возможно, глупо. Скоро узнаем. Идите же. Вам нужно продолжать. Как бы ни было страшно. Пойдем, а куда мы денемся-то? Но ты меня не обдуришь. Стойте! Что это была за грёбаная хрень? Никогда такого не видела. Оно как выползло из кошмарного сна, видели? Страшный жуткий рот, мертвые пустые глаза. Главное, его больше нет. Я уже думала, оно меня схватит. Я чуть не сдохла. Ты напугалась до смерти. Мы тоже. Но нам удалось свалить оттуда. А теперь вы расскажете мне, что случилось с моим двойником на мосту. Вы можете и сами догадаться. Ну, расскажем мы все в подробностях. Что это вам даст? Кто-то видел, что случилось с Тейлор и Дэниелом? Они должны быть близко. Пойдемте уже.
Надо найти еще открытки. Чтобы еще чью-нибудь смерть увидеть. Под сим камнем покоится Айзек Уоррелл. 43 года, умер 21 октября 1702 года. Айзек, тот самый, который ее цепями скрутил. Нужны открытки. Может, пойдем? Мне здесь не по себе. Под сим камнем покоится Томас Вайман, вице-губернатор и судья, умер 30 июля 1701 года. И жена его, Мэри Вайман, почившая в феврале 1699-го. Что-то нашел, Эндрю? Похоже, что нет. Ага, так, тише. Если я сюда нажму, сейчас они... Начнется ролик, наверное, да? И они будут пытаться перебраться. Не хватало тут застрять. Пойдемте уже. Да погоди ты, мы тебя спасли благодаря открытке. Под сим камнем покоится Авраам Аластор. Умер 13 февраля 1699 года. Так, подождите, там дальше выход. Пойдемте тогда к решетке. А как я... Подождите, где решетка-то? А, вон она. Ну, возможно, она просто будет закрыта, и мне надо будет идти дальше. О! Открыто. Тогда я что-то пропустил. Опять мост? Пойдем подальше от этого моста. Я целиком за то, чтобы оказаться как можно дальше от этой мерзкой твари. Уверен, Дэниел Стейлор думает так же. Прячьтесь, живо! Мне кажется, лучше не лезть к нему. Я тебя полностью поддерживаю. Помните, что сказала женщина перед тем, как ее утопили? Девочку должны остановить. Она предупреждала вас или тех, кто был с ней? Не уверен. Ладно, идемте. Подождите, обратно вернуться. Я зайду и осмотрюсь.
Как ты? Интересно, этот мутант нас сейчас преследует? Не думаю, что он идет за нами. С чего это ты взял? Нам с тобой нужно держаться рядом. Вот теперь ты будешь весь такой нежный, да? Рядом, говоришь? Насколько рядом? Вот так? Чуть ближе. Еще ближе. Да капец, что-то пропустил. Обидно же. Что там? Думаю, ничего. Я что-то слышала. Историческая тропа, Little Hope. Тропа ведьм. Ты, может, не пойдем на тропу ведьм? А если мы просто развернемся и пойдем обратно? Зачем нам идти на тропу ведьм, правильно? Ну, конечно, конечно, конечно. Меня отсюда не выпустят. Замечательно. Ну его нахрен, пойдем другой дорогой. Я не думаю, что есть другая. Открытка? Ну, ну же. Дайте открытку, что жалко что ли? Ничего, так маршрут. Я тут уже нагулялась. И где мы? Так, а где обозначение там, где мы сейчас находимся? Школа, мы ее прошли. Что-то я не вижу. Блин, где находится эта доска? А, вон. Вы сейчас здесь. Вот мост. То есть мы еще, по сути, вообще нигде не были. Ой, не в ту сторону. Так, может быть тут что-то? Страшный мост. Осторожно. Да хотя нет, там же ничего нет снизу. Эй, сюда. Посмотри на это. Эта тварь может быть еще здесь, в воде. Нет, мы от нее оторвались. Уверен. Черт! Иди первым, ладно? Ты весишь куда меньше. Давай лучше ты. Я ни за что не полезу на этот трухлявый мост. Иначе мы остальных не найдем. Выбора нет. Ладно. Я пойду вперед, а ты за мной. Если мост не рухнет. Отлично. Тоже мне герой, тебе все равно же придется идти. О, так, что-то есть.
Но это не открытка. Ты видишь? Могила ведьмы считается, что этот камень отмечает место погребания человека, казненного во время судов над ведьмами в Литл Хоуп. Уходим отсюда. Уберите свои руки! Тише! Умоляю. Мэри? Мэри! Мэри! Сюда, я здесь! Мэри, и снова всего зла здесь. То есть та девочка — это зло? Я не понимаю. Моя дрожайшая Эмми провозгласила себе перед смертью, дабы покончить со злом. Должна остановить Мэри. Вы кто такой? Почему так похоже на Джона? У меня нет ответов. Может, я уже околдован ведьмой? Я нашла ее! Вот она! Отколи она у тебя? Я сама ее смастерила. Я возьму, дабы уберечь тебя. Домыслы и вероломство нашли приют в Литл Хоук. Мы все в опасности. Прошу, Табита, оставь ее мне! Нет. Ни одного телефона. Ладно, похоже, мы и вправду здесь застряли. Их еще нет? Нет. Пока нет. Надеюсь, они в порядке. Я думал, мы быстрее найдем водителя. Куда он делся? Да что ты к нам привязалась? Она... хочет, чтобы мы шли за ней. Пойдете за ней? Она может заманить нас прямо в ловушку. Те две девочки. Одна из прошлого, а эта девочка из настоящего. Может, девочка, которую мы видим здесь, своего рода отражение девочки из 17 века? Не будем ждать Дэниела Стейлор? Если бы они шли в эту сторону, уже бы дошли. Не отходите. Неизвестно, что там. Эй, подождите! Кыш! Ох, ну... и гадость. Беги, цепи! Эй! Вы тут? Да капец! Сказал же, беги! Я не успел! Вот и все. Помогите! Держу вас! Джон! Помогите мне! Я же успел! Фонарика.
Игра всеми силами пытается убить Анджелу. Анджела? Блять! Нет! Чем она такое заслужила? Мы остались вдвоем. Пока Дэниел и Тейлор нас не найдут. Эй! Что-то мешает открыть дверь. Помогите толкнуть. Это место напоминает какой-то музей. Она здесь? Спокойно. Мне не по себе. Соберитесь. Мы не допустим, чтобы кто-то повторил судьбу Анжелы. Вы уверены? Я сделаю все возможное, чтобы защитить нас. Когда выберемся, сразу найдем остальных. Если они еще живы. Это жесть, конечно. Нельзя было за ней прыгнуть, помочь. Почему девочка ходит одна? Это странно. Может, она связана с Мэри? Должно быть. Но пока непонятно, как именно. Суды над ведьмами в Новой Англии. А что, открыть, почитать нельзя? Раньше можно же было открыть. Ну, не хочешь прочесть? Не, не хочет. В общем, тут походу как ни крути, все равно мы будем терять людей. Потому что вот это вот за секунду попасть мышкой, ну я сейчас второй раз попал. Я понял, там нарисована картинка. И эта картинка говорит о том, что сейчас будет. Либо, типа, быстро нажимать мышку, либо надо навести мышку и попасть. Ордер на конфискацию, неразборчиво. Сей ордер выдан Советом городского управления 7 дня месяца января в году 1692-м. Властью, неразборчиво, тебе велено, неразборчиво, две запашки земли до западной реки Зеленого холма. Все жилища на сей земле надлежат освободить. Весь домашний скот будет изъят Эдвардом Розуэллом подписано. В общем, бред какой-то. Здесь по-любому должна быть открытка. Все везде закрыто. Классный музей, познавательный. Хотя бы лиц на них нету. Так, вот тут еще
А вот и Анжела. Эми Ламберт. Ощущение, что мы там были. Эми Ламберт, первая из обвиненных. Эми была обвинена в колдовстве девочкой Мэри Милтон, которая заявила, что видела ту летящей на ивовой ветке. Когда в суде возразили, что Эми видели за много миль от этого места, Мэри сказала: «Я глядела, как ее губы шепчут заклятие», и признала ее за демона в обличии Эми. Пастор Карвер назвал это в своих записях призрачным свидетельством. Грёбаная девочка. Все поверили девочке. Данная кукла продолжительно изначально принадлежала ребенку. Эй! В конце 17 взгляните! Века. Я это уже видел. Где? На дороге, возле того задрипанного бара. Мы с Анжелой увидели ее и подняли. Как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Может, она привела нас? Хотела это показать? Давайте рассмотрим ее. Какого черта, профессор? Есть великое множество историй о том, как духи вселяются в предметы. Да, в кино. Аккуратней, ладно? Что если дух Мэри все еще живет здесь? Сожжем ее, и, быть может, на этом все закончится. Окей. Согласен. Давайте. Сработало. Если честно, я не уверен. Ну, я тоже что-то. Я, Мэри Милтон, признаю истинность увиденной мною греховности. Пред днем субботним госпожа Эми подле ясеня толковала с черным Самуэлем, духом в облике собаки, говорящей человеческим голосом. Затем она трижды провернулась и изъявила согласие служить духу и приводить ему деревенских детей. Затем она смастерила куклу и наложила на нее заклятие, дабы проклянуть тех, кто супротив нее выступит. Сии и прочие темные деяния видели мои очи. 25 февраля 1692 года. Саймон Карвер. Да как вообще этой девочке поверили? Она же такая страшная. Ну-ка, сдирай. Найден секрет. Тут еще одна. А это окно, что ли? Это тот же суд, который мы видели в участке. Суда. Люди как ужасно похожи. Да. И девочка Мэри всех заложила. Похоже, ее мы и видели. Да, вот не все эти картины. Да ладно, ни одной открытки.
О, здесь выход. Куда делась девочка? Привела нас сюда и растворилась? Может, этого она и хотела? Привела нас к кукле и готова. Не уверен в этом. Почти разрядился. Все равно сигнала нет. Да, что толку. Ну и продолжим, ребята, прохождение. Мы уже в следующей серии. А если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи. И пока-пока.